цей рік завершується і хочеться пригадати найцікавіші випуски, найцікавіші моменти нашої програми, адже з якими професіями ми тільки не знайомилися і що тільки не робили. Для начала нужно посмотреть уведомость, и первое, что я вижу, что нужно 20 килограмм курятины для того, чтобы накормить этих хищных животных. Я готова им приготовить это меню, идемте со мной. Никогда не думала, что мишки питаются курицами, сейчас нам нужно ее разрезать. Я думаю, что это умеет каждая хозяйка, и что это не особо сложно. Всю необходимую ежу потребно зважить и расфасовать. Только сейчас оказалось, что вся вот эта тележка называется ням-ням, а эти два чудесных пони, Самшит и Каюр, будут вести вот эти все лакомства сейчас с нашим хищным животным. Я напросилась и хочу поехать вместе с ними. Першими будуть ласувати лисички. Первый мой заход к лису, никогда я еще не была внутри. Вот он мой первый хищник, которого я кормлю в жизни. Как тебя зовут, лапочка? Его зовут Кузя. Ты моя хорошая лиса. Первый раз в жизни я глажу лису без опасности для жизни. Никогда не думала, что можно гладить лисов вот так просто. Настала черга годувати видру. Манюня, саме так її звати, стрімко пірнає закинутою водойму рибкою. Після годування видра дуже полюбляє побавитися з Оленою. Ми йдемо далі. Зустріч з милими котиками пройшла цікаво. Мама, це мама. Це мама така злюка, мама злюка. А ось і господар вольєра. У нього є свій ритуал. Після того, як ми його покормимо, ми повинні обов'язково йому почухати носик. Величезний красень з потужними лапами і правда спокійний. Ніякого шипіння, ніякої злості. Олена говорить, що він дуже грайливий. У нас на відділі чомусь так прийнято, животне не сприймає чоловік. У нас чисто жінський колектив. Хищники, так, да, хищники. Не сприймають, волки особливо, вот, я не знаю чому, але вони бояться їх чомусь. З нетерпінням свого обіду чекають рисі. Вони почули шум, розмови та незвичний запах. Від цього трішки збентежились. Але це не завадило зайти до вольєру та погладити цю милу кишечку. За день роботи в цьому великому киплячому життям світі під назвою зоопарк я зрозуміла, така праця не кожному під силу. Люди, службовці тут, немов одержимі. Сюди йдуть не з метою матеріально збагатитися, а йдуть, щоб стати духовно багатими. Адже тварини часом добріші за людей. Цієї доброти у них і треба вчитися. Прямо зараз потрапляємо в свята і святих будь-якого ресторана – на кухню. Для того, щоб познайомитися з кухарем по-справжньому, кажуть, потрібно з ним приготувати блюдо. Цим ми зараз і займемося. Олександр, що ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати грибний крем-суп. По нашій рецептурі, це наш уже рецепт, він народився тут, в стінах нашого сімейного ресторанчика. Я Олександру буду сьогодні допомагати, такий повар на підхваті. Ми будемо готувати і спілкуватися. Я вам буду задавати запитання, а ви в процесі будете на них відповідати. Ну що, я готова, я думаю, ви теж поїхали. Давайте ми спочатку, ви візьмете курочку, да, це куріне філе, воно вже взвішено, там його у нас порядка 50-80 грам. От, беріть і нарізайте його просто, ну, соломкой. Я пока в этот момент порежу грибочки.
Профессия повара, оказывается, она довольно-таки интересная. В ней очень много есть, ну, куда расти, да, планку можно поднимать и поднимать. Почему? Потому что, ну, очень много сейчас передач, очень много различных продуктов вошло в нашу жизнь, которые раньше было достать тяжело, да. Вот готовилась раньше колбаса, и называлась она просто колбаска. А сейчас в нее там можно добавить различных специй, всего-всего-всего-всего, и будет уже совсем какой-то мясной рулетик, очень необычный. Дуже цікаво дізнатися, як проходить робочий день кухаря, оскільки у котрій він розпочинається і що взагалі варто робити. Ви знаєте, якщо б я був здесь тільки поваром, возможно, мой бы робочий день начинался часам к 10. Но так как я здесь занимаюсь, знаете, своеобразным такой своеобразный фетиш выбрать продукты и так далее. Вот обязательный момент, да, вот даже вот эти грибочки, видите, шампиньоны бывают закрытые и раскрытые. Вот это шампиньончики закрытые, то есть это свеженькие грибы, которые придадут супу легкость и белость. Если бы они были уже раскрытые, это были бы более дешевые грибы, да, купленные на рынке, грибной крем-суп у нас бы получился, ну, скажем так, слегка земельного цвета, и вы бы вряд ли хвалили бы его и хотели бы его кушать. Кстати, можете попробовать еще два грибочка подрезать сюда же. Почему резал вот так вот? Да, вот выбрал себе несколько грибочков, видите, из центра. Вот такие вот одинаковые. Это то, что пойдет на украшение нашего супа. Теперь все ингредиенты треба просмажити, додати вершки, трішечки водички та взбити все блендером. Далі висипаємо нашу страву в спеціальний посуд для крем-супів. Існує стереотип, що водії трамваїв – це єдині учасники дорожнього руху, яким варто лише нажимати на дві педалі – це на швидкість та на гальма. А от чи дійсно це так, ми сьогодні перевіримо на своєму особистому досвіді. Скажите, вам какая пора года нравится? Зима. А не монотонно ли белый снег? Может, в нем тоже искорки какие-то есть или пурга задует? Так и здесь. Веселый пассажир, какая-то машина выехала. То же самое. Немножко под другим углом зрения взглянуть, да и все. Вышел, спина мокрая, весело, интересно. 15 минут показалось, что смена 12-часовая за 15 минут прошла. Интересно. Найулюбленіша зупинка для водія – кінцева. Да, можна перекурити і розслабитися. Це раз. Во-вторых, по інструкції я обязан обойти вагон, посмотреть что-то, что с ним не ладится. Проверить состояние магнитов. Посмотреть тормозную систему, проверить. Все ли защелкнуто, все ли работает. Посмотреть состояние пантографа, проверить, как работают двери. Сьогодні я теж вперше в житті побувала в кабіні у водія. Тут мені набагато цікавіше, душевніше, ніж в салоні. Ну і безумовно, я теж спробувала покерувати цим електротранспортом. Опускаємо педаль. Он сейчас сам станет, не переживайте. Как раз возле оператора. Это же еще рассчитать надо. Фух, да. Пілатес. Що це таке? Юлія Жданюк розкриє нам всі свої професійні секрети сьогодні. І як справжній професійний тренер, одразу побачила, що і мені потрібно трішки позайматися. Тому інтерв'ю я писала лежачи. Ощущення, що роли, що за спиною є? Угу. Хорошо. Лежим, балдеем дальше. Дубль 2. Я вам верну вашу ведущую, но чуть-чуть позже. Вот из нашего буйства цветов, вот насколько количество, множество, мне почему-то захотелось вот вам
вот такого вот плана презентовать это растение. Почему? Это азалия. Почему? Потому что вот оно такое же яркое, красивое, как вы. Спасибо. Вот самое, что интересное, вот весь холод, который любит это растение, можно отдавать ему. Он любит холод. Но вы у нас девушка немножко другая. Вот такая вот теплая, яркая, красивая. Поэтому, как бы вот это вот, мне кажется, оно будет ближе к вам. Спасибо. Вот именно то, что яркость этих цветов и буйство этого цветка, оно дает о себе как бы вот такой вот момент. Наверное, для меня сейчас вот это жизнь. Это жизнь, это мое какое-то вот, не знаю, я ж мурашки потела. Это моя работа, я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю, мне нравится это. Наверное, это действительно, вот цветы – это моя жизнь.